Сегодня в самый разгар рабочего дня в центре Чебоксар было оцеплено здание арбитражного суда. Экстренные службы приехали сюда по тревожному звонку. Поступило сообщение о заложенной бомбе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные, взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали за считанные минуты. Причем не только из арбитражного суда, но и из близлежащих зданий. В нескольких метрах отсюда расположены строительный факультет Чувашского государственного университета и второй лицей. Ну что, стоите, ждете? Пары. На пары спешите? Да. А вас эвакуировали как-то из здания? Нет, просто пропустили. А, просто пропустили? Да. Что, объясняли? Ничего, ничего не просто стоите. На свои рабочие места и в студенческие аудитории люди смогли вернуться только спустя полтора часа. За это время кинологи осмотрели все здание. Бомбы и других подозрительных предметов эксперты не обнаружили. Сейчас полиция устанавливает личность звонившего. Телефонному террористу грозит серьезное наказание – до 3 лет лишения свободы. Как нам стало известно, ложное сообщение о заложенной бомбе повлияло на работу суда. Было перенесено несколько заседаний. В Чебоксарах уже не в первый раз закладывают бомбы по телефону. Правда, раньше псевдоподрывников интересовал только торговый центр «Мегамолл». Эти преступления без наказания не оставались.